ГИБДД республиканской столицы призывает гостей и жителей Черкесска быть внимательными к дорожным знакам. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова на участке от улицы Горького до Кавказской. Ахмат Халкечев продолжит. Знак 3.1, в народе кирпич, уже сменил свою дислокацию. В запрещенную теперь сторону пока продолжают выезжать авто, которые заехали на этот промежуток дороги еще до смены направления одностороннего движения с юга на север. Ну а с улицы Кавказской, где как раз и дежурят сотрудники госавтоинспекции для обеспечения порядка и разъяснения изменений водителям, многие по привычке поворачивают на Кирова. Но невнимательных полицейские разворачивают, указывая на запрещающий знак. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступи дорогу, поворот налево запрещен, здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. Данное решение, как делится инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Руслан Каблахов, продиктовано необходимостью разгрузить улицы Горького и Красноармейская. Обе эти транспортные артерии, особенно в момент утренних и вечерних пиковых нагрузок, встают в транспортном заторе. Машин очень много по городу, конечно. Движение огромное. Надеюсь, что улица Красноармейская разгрузится, будет движение нормальное. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.